Я знаю, это твои рук дела. Это ты послал ту женщину. Что случилось? Ты что, с ума сошел? Какая женщина? Эрдоган, если ты еще раз с ней что-то сделаешь, я тебя прикончу. Клянусь, я убью тебя. Кирилл, да что происходит? Алло. Алло, Кирилл. Говори, негодяй, где Фатмагуль? Твой брат тоже пострадал? Нет. Бог в помощь. Хорошо, что вы легко отделались. А я пойду прилягу. Какой-то человек принес их и оставил у двери. Кто такой Мустафа? Друг Сами. Ночью, когда нажали на звонок, я подумала, что ты забыла ключи. Подошла к двери, но не открыла, подумав, что увидит через глазок. Не стала рассматривать. Долго не нажимала на звонок. Только пару раз, а потом оставил их и ушел. А я после ухода осторожно открыла дверь. То есть ты не видела, кто это был? Я посмотрела вслед, но он сел в машину и уехал. У него была черная, красивая машина. Неудобно, что я не открыла дверь. Я хотела открыть, но ты правильно все сделала.